Мы реализовали проект, мы тоже подтвердили эффективную работу. Предприятие, которое создавалось только по производству «Азот», сегодня значительно расширили свой продуктовый ряд. И я особенно благодарен этому за то, что это происходит. И очевидно, что и для наших производств сегодня служит ориентиром, то есть наши производители тоже должны ориентироваться на тот подход, те стандарты качества, которые присутствуют в «Камазе», и мы будем стремиться к тому, чтобы все производства «Камаза» были такими же.